Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 256. Нам дан прямоугольный треугольник. Ну, пусть это будет треугольник ABC, и в нем угол C прямой. В этом прямоугольном треугольнике по условию один из углов равен 60 градусам. Ну, пусть угол B равен 60 градусам. Ну, отметим на чертеже сразу угол B 60 градусов. И еще нам сказано, что сумма гипотенузы, ну, гипотенуза у нас AB, и плюс меньший катет. Ну, пока мы не знаем. Меньший катет. И это равно 26,4 сантиметра. А нам нужно найти гипотенузу этого треугольника. То есть найти АВ. Ну, начнем с того, что воспользуемся свойством прямоугольного треугольника. Сумма его острых углов, а это углы А и Б, равна 90 градусов. Тогда мы можем вычислить угол А. Он будет равен 90 градусов минус угол Б, или 90 градусов минус 60 градусов, 30 градусов. Отметим на чертеже угол А 30 градусов. А вот теперь мы можем воспользоваться свойством прямоугольного треугольника, в котором один из углов, острых углов, 30 градусов. Тогда катет, лежащий напротив этого острого угла, это катет BC, равен половине гипотенузы. А теперь нам нужно выяснить, какой же катет меньший. Ну, раз мы знаем все углы треугольника, значит, катеты AC и BC, меньший катет тот, который лежит напротив меньшего угла. Меньший угол, угол А, это 30 градусов, значит, меньший катет, катет BC. И вот AB по условию, значит, плюс BC равно 26,4 сантиметра. Вот отсюда нам нужно найти АВ. Но для удобства мы можем сделать следующее. Мы можем BC обозначить как X. А тогда, поскольку AB в два раза больше, чем X, тогда нужно обозначить как 2X. И у нас получится 2X плюс X равно 26,4. Тогда 3X равно 26,4, а X тогда равно, разделим. Получится 8,8 сантиметров. И тогда найдем АВ. АВ это 2х, значит 2 умножить на 8,8. И это будет 16,17,6 сантиметров. И нам осталось только записать ответ. Гипотенуза этого прямоугольного треугольника равна 17,6 сантиметров. Задача решена. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.